дорогие друзья, участники, гости конкурса и члены уважаемого жюри. Мы рады приветствовать всех вас на традиционном региональном конкурсе детского творчества «Салют вдохновения», который в этом году стал юбилейным, 10-м по счету. Конкурс проводится по 16 номинациям, и сегодня в этом замечательном зале участники конкурса демонстрировали и продолжают демонстрировать свое мастерство в номинации «Эстрадный вокал». Разрешите представить вам членов жюри. Председатель жюри, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Башкортостан, профессор Уфимского государственного института искусств имени Исмагилова, лауреат международного конкурса Лев Александрович Франк. Ваши дружные аплодисменты. Номинация «Эстрадный вокал». Владимир Александрович Трендин, доцент кафедры музыкального искусства и эстрады Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Инна Витальевна Нечаева, почетный работник образования Российской Федерации, преподаватель высшей категории отделения музыкального искусства и эстрады Музыкального колледжа Оренбургского государственного института искусств имени Ростоповичей. Человек года в области культуры и искусства. Ваши аплодисменты. Наталья Сергеевна Солодова, руководитель студии эстрады джазового вокала «Арт Слова», преподаватель музыкального колледжа отделения музыкального искусства и эстрады Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповичей. Мы пожелаем всем участникам конкурса удачи, ну а членам нашего многоуважаемого жюри, конечно же, плодотворной работы. И мы продолжаем программу конкурсных выступлений с номинацией «Вокальный ансамбль», возрастная категория 12-13 лет. На сцене образцовый детский коллектив, вокальный ансамбль «Диапазон». Счастье! Встречайте! Я мечтаю о том, чтобы счастьем наполнилась наша вселенная. Я трехмерный фантом направляю к источнику света нетленного. Наполнилась наша вселенная.
сцене.